Уважаемые граждане, 23 июня 2016 года с 14 до 14:30 состоится комплексная проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Сегодня в Горловке прошел День памяти и скорби. Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без предупреждения начала наступление на Советский Союз. В ходе войны за 4 долгих года погибли десятки миллионов граждан СССР. Такова страшная цена мира и нашего доброполучия. Жители города пришли на митинг почтить память погибших и выразить свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Как информирует отдел здравоохранения администрации города Горловка, в городе начали работу телефоны горячей линии отдела здравоохранения. Данная услуга была создана для изучения ситуации и решения проблемных вопросов в сфере городского здравоохранения с целью оперативного контроля за качеством оказания медицинской помощи населению. Номера горячей линии 520363, 071-316-78-27, 066-699-91-92. Звонки принимаются с 8 до 16:00 без выходных.